главном международном аэропорту Кыргызстана, Манас. Улетаю обратно в Москву. Надеюсь, скоро вернусь, потому что очень понравился Бишкек. Очень классные, позитивные люди, очень гостеприимные, просто мега гостеприимные. Еда, природа, очень много солнца, все понравилось, очень классно. Жаль, что мало здесь так удалось побывать по командировке. Думаю, прилечу сюда отдохнуть следующий сезон. Очень классно. Спасибо всем, с кем я встретился. Жаль, что не со всеми, с кем планировал. Ну, думаю, мы здесь все-таки откроем представительство. И в дальнейшем уже будет постоянно работать офис. Друзья, следите за нашими новостями, подписывайтесь на наш канал. С вами был Алексей. Увидимся, пока.